Японская биткоин-биржа делает первые шаги в США. По информации с новостного портала криптопара Хабр, Bitflyer выходит на рынок после того, как две другие биржи покинули его, а именно Poloniex и Bitfinex. Причиной ухода стали новые законодательные нормы США для криптовалютных бирж. Генеральный директор Bitflyer Юза Кано заявляет, что они уже открыли главный офис в Сан-Франциско, а также получили разрешение на деятельность в 34 штатах. Он также отметил, что его целью было создание компании с главным офисом в Японии, и эта цель уже достигнута. Кано также добавил, что биткоин – глобальная валюта, и он хочет, чтобы его биржа также стала глобальной. Пока биржа поддерживает только биткоин.